Опа, нормальная волна. Оставляй. Приветствую, друзья, на канале Бабахнем ТВ. Отошли мы от прошлой распаковочки с новинками там. Катри двойки, катри четверки, катри пятерки, ужасные петарды. Протестили их, просто кошмар. Сегодня мы распакуем распаковочку старыми, но достойными петардами. Ну что, долго, чтобы не затягивать, давайте будем скрывать ее. Опять же, у нас попадает черный ящик, затянутый пленочкой. Сейчас мы ее сейчас вскроем аккуратненько и посмотрим, что мы на этот раз оторвали. Коробка у нас большая, по весу где-то, ну, наверное, килограмма 4, если не ошибаюсь. Сейчас мы освободим ее от пленки. Эта посылочка у меня уже как недельку валяется. Все не доходили к ней руки. Сегодня наконец-то распечатаем ее. Коробка от Персила. Прикольно. Так, как бы ее лучше скрыть? Давайте, наверное, скроем вверх и будем доставать. Так. Кстати, запах порошка этого Персила. Так, мы смотрим. Да, ребята, вот наши петарды. Уже, конечно, виднеется, сразу заспойлим чуть-чуть. Ну что, приступаем? Итак, что нам бросается в глаза? Это петарды «Страшна сила» ПТ-3 семерочки. А ну давайте, наверное, скроем и посмотрим, как они будут в середине выглядеть. Или с раскраской такой, как на коробочке от Агенции Свято, или просто будет ПТ-3 семерочки черные. Так, перед тем, как открыть, покажу упаковочку. Вот такое шутиха, класс 3, инструкции. Так, гармовочка указана. Гармовочка, скорее всего, не указана. Или на петарде, или вообще. Называется Google в помощь. Итак, момент истины. Да, они выглядят в середине так. Хотелось бы, как на сайте, чтобы указывалось пластиковые заглушки, как при девяточке наши любимые. Но это тоже хорошие, ребята, петарды. Про них плохого ничего не скажешь. Реально лупаш этот отлично, на ура. Так, прячем ее и в сторону. Так. Где-то сюда, на уровне. Так, не отходя от кассы, еще одна упаковочка, мы заказали их две. Надо запасаться петардами, пока они есть мощные. Этими петардами я довольный, не раз стрелял. Еще бывает ПТ-77 в пачке «Соловей-разбойник». Аналогичные петарды. Лупашат на ура. Вот, кстати, и не отходя от кассы, вот этот «Соловей-разбойник». Только в упаковочке совсем другой. ПТ-77. Там было 3 семерочки, тут 2 семерочки. Поставщик также Агенция Свято. Так они сзади смотрятся. Давайте распечатаем, покажу, как они выглядят в середине. Вот эта разрисовочка красивая, конечно. Я за дизайн петард, чтобы они отличались. Протрем их немножечко. Покрутим. Вот такой «Соловей-разбойник». Мы на другом сайте покупали такую самую страшную силу, которая разрисована. Вот она так спрятана. «Соловей-разбойник». Есть петарды. Отлаживаем. Продолжаем скрывать. Тут, ребята, будут только мощные петарды. Может, чуть средняковых будет, но в основном только мощные. Так, что там у нас еще виднеется? Упаковочка ПТ-7 Макси. 10 штучек. Так, интересно. Мы вроде бы заказывали одну большую на 20 штук. Нам положили 2 по 10. По цене мы еще выиграли, кстати. Потому что если по 10 штучек брать, они будут дороже, чем одна упаковка за 20. Ну, не за 20, а по 20 штучек. Так, отложим в сторону, а одну распечатаем, посмотрим, как они визуально смотрятся в середине.
Вот такие ПТ-шечки. Ну, тут даже облезло. Ну, классно, все равно смотрится. И вес есть. Такие, блин, можно сказать, как патроны для дробовика. Обалденные петарды. Если видите, покупайте. Ребята, лучше тарьтесь. Тарьтесь, пока есть возможность купить. Это Макси П2000. По 2,5 грамма. Лупашат-то не отлично. П2000 лупашат отлично. А тут на 0,5 грамма больше. Так, мы ее сейчас закроем. Давай, закрывайся уже. Так, сзади описание укажу вам, инструкции, упаковки 25 НЭКа. Разделяем на 10, получаем 2,5 грамма на каждый петарда. Упаковка визуально смотрится так. Компактно и удобно. Две упаковки есть. Тут уже смотришь на распаковку, то что уже достали, уже приятно. Реально супер, блин. Спасибо сайту Пирозабава за такой ассортимент товара. О, так у нас еще есть и подарок. Бонус, даже так и подписали. К77 таблеточки. Вот это красавчики магазин. Пирозабава, напоминаю, ссылочку оставлю в описании. Есть куча новых мощных петард. Ребята, повторяюсь еще раз, покупайте их, пока есть. Так как показывают последние новинки, новинки все поступают просто ужасные. Взять С4 ТНТ-шки, ужас. Про К3-2, К3-4 и 5-ки я просто молчу. Так, вот такие у нас подарочек, таблеточки по 40 штук в упаковочке под марки Фьери. Петарды такие средние, но дизайном они хорошо берут. Упаковка яркая и сами петарды в капсуле. Описание, артикулы, так, громовочка есть тут? Да, громовочка есть. 1,2 НЭКа в одной петарде. Так, накажем наш подарок. Бонус, как поставщик сайта сказал. Продолжаем скрывать. О, мои любимчики, мои любимые петарды. К-33 шарки. Обалденные петарды. Еще по цене такой классный, по 80 гривен за упаковочек. Давайте в одну пачку в сторону и осмотрим. Артикул описания. Обожаю эти петарды. У них три эффекта. И вспышка, и свист, и хороший взрыв. Пачки, кстати, классные. Обычно феерии упаковки такие. Ну, конечно, я считаю, К77 там упаковка прикольная. Обычно феерии пачки такие затасканные. Хотя это, кстати, зависит от склада. Все, что мы сейчас пока достаем с посылки, обалденно упаковано, все целое. Ну, немножко порох, и это понятно. Итак. К-33. Не отходя от кассы, сразу мы их скроем. Посмотрим, как они визуально смотрятся. Вот такие обалденные петарды. По 12 штучек в упаковке. Их купить сейчас очень редкость. Редкость. В магазинах есть, но цена завышенная. Нам тут обошлось 80 гривен упаковка. В магазинах есть и по 200, даже по 220 видел. Лучше закупиться тут, на Пирозабаве. Я очень рад, что их достал. Так, так как это мои любимые петарды. Отложим. Иди сюда. Тогда сюда положим. Так, продолжаем скрывать. Так, у нас тут еще есть вот такие флеши. Канон 4. Мы уже, наверное, почти всю коллекцию собрали этой серии. Middle Cracker, Big Cracker. Еще не, вроде бы Little Cracker нет, нельзя достать. А, да, распаковано. Везде сквозь скрыли, да. Вроде бы везде должен открыться. Ух ты, индивидуальные кулечки, бомба. Я думаю, они нас идут. Давно я их не видел. О, так они зиплоки, вообще шикарные. Давайте достанем. Не замученные, не порки, ничего. Выглядит отлично. Визуально смотрится обалденно, блин. Это, конечно, ребята, петарды классные. По взрыву, конечно, средненький, так на уровне, ну,
слабенький, P2000, ну, петарды такие классные, заглушечки такие, все в идеале смотрится, супер, довольны этой посылкой вообще, это можно сказать, наверное, на данный момент это лучшая посылка на моем канале, 30 штучек в упаковке, это просто золото. Сейчас я запакую аккуратненько, есть, о, идеально еще стоит. Так, идем дальше. Там у нас еще что-то есть уже. Ну. Так, что там у нас? Так. Петарды Canon 7. Мерцание и взрыв. Воу-воу-воу, чуть штатив не положил. Нормально. Немножко зацепил, извините, ребята. Сейчас я поправлю, все хорошо. Чтобы было как было. Было не так, поправим все. Так, я свое обучение сейчас вырежу. Чуть-чуть уставший с работы, невнимательный вообще ни капельку. Итак, зафиксировали. Прошу прощения, зацепил штатив. Так, мы остановились на петардах Canon 7. Мерцание, взрыв. Там положили целую упаковочку. Давайте скроем, посмотрим. Вот такие петарды. Мы хотели урвать 3-9, но давайте посмотрим, может есть в посылке. Нас предупредили, что 3-9 закончились на складе. И нам взамен положили Canon 7. Canon 7, конечно, до 9 очень далеко, но все равно. Они у меня закончились, они были, это очень хороший подгончик. Вот такая петарда. Это, можно сказать, эффект у нее идет как от фонтана. Она извергает искры, а потом такой довольно нормальный взрыв. Это, кстати, первый раз я вижу, что они такие в идеальном состоянии. Обычно они такие в порохе рассыпаются, а тут все на уровне. Так. Сложим ее сюда. Упаковочка такая суперская. Феерия. С такой собакой. Подарил бы так положить аккуратно. А давайте сюда, наверное, чтобы было. Так, еще у нас также же упаковочка Canon 7. Посмотрим, это тоже в середине Canon 7. Да, тут тоже петарды Canon 7. Не получилось оторвать 3-9, закончились, разобрали реально под носом. Это так как мы не успели взять 3-9 Ультрас, нам положили в подарок. Ну как в подарок? Одну, я так понял, по цене 3-9 отправили, две упаковочки Canon 7. Ну тоже спасибо. Так, кстати, забыл показать описание артикул. Хорошие петарды. 14-й год. Сентябрь, 14-й год. Капец они это. Но упаковки живые, уже очень приятно. Так, отложим. И еще у нас что-то последняя коробка большая. Петарды Мега Бум. Вот такие TC-5. 2019 года. Артикул описания по 3,5 грамма петарды. К этим петардам я, кстати, скептически отношусь. Они очень часто они просирают. Я не знаю, тут в упаковочке 5 штучек. Такие надежды, хоть бы 3 штучки стрельнули. Ну, хотя бы, пожалуйста, стрельни 3 штуки. Если их разложить, там фитиль не доходит до пороха. Вы ее просто поджигаете, она выгорает и все. Ни взрыва, ничего не идет. Я надеюсь, пачка не подведет. Давайте распакую и покажу, как она смотрится. Их тоже очень редко купить. Я удивился, что они есть на первой забаве. Это просто удивление было, что они там есть. Так. Сейчас распечатаем. Я уже забыл, как они открываются. Возьмем спинку. Вот такая большая петарда. TC-Boom. 3,5 мека. Поставщик марка Феерия. Это, кстати, качественно сделано, блин.
блин, хоть бы они не просирали. Реально хочется пострелять, и размер такой солидный. И все пачки такие, все качественно, все сделано. Не валяются нигде на складе, ни в пыли, ничего. Ну просто шикарно. Молодец, ребята, что храните аккуратно петарды. Только взять К07. Я их, наверное, в таком виде хорошем. Я их ни разу не видел. Они всегда такие пожмятые, залившие упаковки и так дальше. Вот такая посылка у нас получилась. Жаль, что я не достал 3.9 ультрасы. У меня они заканчиваются где-то 2-3 штучки. Я думаю, в скором времени выйдет видео, там, где мы сравняем мощные петарды, в которых будет участвовать и Соловей-разбойник, и Страшносила, и возьмем ПТ Макси, и возьмем туда TC Boom. Возможно, даже зацепим какой-то Корсар 12 и 16. Все впереди, ребята. Смотрите за каналом. А так, спасибо за просмотр. До новых встреч!